Так, Звездные врата 2. Учение завершено. Все, короче, полностью прокачалось. Одни архивы, один завод. Зачем два звездных врата? Кстати, я не знаю. Может, не надо? Враг увидит, на что мы способны. Так, святилище. Освободитесь от страданий. Обнаружен разлом. Вскоре нас ждет новое нашествие порождений пустоты. Нам уже все пофиг. Так, чё? Блин, не хватает. Маяк потерян. И роботехнический узел остался. Газа, потом еще косарь надо. Сколько у нас тут? А, тут достаточно. И тут. Ну и все, что фотонки строить. Come on.
Последнее улучшение и на материнские накопить, потом уже можно будет поугарать. Мы едины с тенью. Так, осколки пустоты, позиции. Отмечаю их местоположение. Они направляются к нашему Нексусу.
Так, ну корабль строим. Четыре излучателя. Противостоять моей воле. Иерарх, приближается еще один отряд порождений пустоты. Заманчиво. Мы уже победили. Темплари. Мы вновь сосредоточены. Мы. Силы. Достойный приказ. Наши деяния будут славиться в веках. Враг увидит, на что мы способны. Активировано.
Слава Разун! Важнее. База атакована. Я соглашусь с тобой. На этот раз. Так, что там с завода робототехники? Парада Курал. Так, 4 было. Еще добавим. Ты собирался что-то сказать? Будь осторожен, Иерарх. Уничтожение одного из осколков повлекло за собой увеличение силы оставшихся 4. Чувствую, как слабеет защита Амуна. Я не потерплю вмешательства глупцов. Пустоты движется к нашему Нексусу. Впечатление. Парада Урал. Знает нашу ярость. База атакована.
Кинетическое ядро. Нужно действовать крайне осторожно. Мы не все знаем об их силе. Ваши войска вступили в бой. Распаляются! Враг увидит, на что вы способны. Люблю вмешательство глупцов. Гибель Амуна не за горами. Талдаримы, ваш владыка требует крови темного бога. Не разочаруйте меня. Наши деяния будут славиться в веках. Растворяемся. Мы оплот силы. Абсолютный хаос! Хасар де Темплари. Месторождение минералов истощено. Месторождение минералов истощено. Месторождение минералов истощено. Достойный приказ. Месторождение минералов истощено. Чистильщиков. Мы готовы вступить в бой, Иерарх. Мы захватили все три позиции, Артакс. Пришла пора покончить с тобой.
воины! Убейте всех, кто противится моей воле! Вас ждет ликвидация! Ну тут уже базу, думаю, строить не буду. Осталось добить. Растворяемся! Я соглашусь с тобой на этот раз. Враг познает. Иерарх, из оставшихся осколков исходит энергия пустоты. Приближаться к ним очень опасно. Спасибо за помощь. Уничтожьте осколок пустоты при поддержке союзных войск протосов. Это понятно. Еще квест, да, походу. Ты удивил Долгаримов, Иерарх. Мы ничего не знали о храбрости тамплиеров. Некоторых она даже впечатлила. Аларак, твои воины доблестно сражались. Для меня честь воевать вместе с ними.
Их восхищает твоя твердость и безжалостность. Будут ли они следовать за мной и впредь, если сегодня мы одержим победу? Если я того пожелаю. Но сейчас не время грезить о будущем. Близится час моей мести. Я вижу, что тебя гложет тяжесть утраты, Иерарх. Это так. Но меня прежде всего беспокоит сложность поставленной задачи. Убедить наш народ отсечь от себя самое святое. Ты смог убедить меня. Хотя для меня Кхалла была превыше всего. Ты знала об опасности, которую представляла эта связь. Ты прав. Хотя Амуну лишь несколько раз удавалось вселиться в меня. Но мне не забыть того, как он превращал мое тело в свою послушную марионетку. Не могу представить, сколько страданий он уже принес остальным Протосам. Они, должно быть, жаждут освобождения. Чувствуешь ли ты надежду, Матриарх? Да. Если у нас все получится, мы сможем объединить наш народ. Мы мечтали об этом на Шакуросе. Мы сбережем традиции неразимов. Они не будут позабыты. Со временем они могут уйти в забвение. Я боялась, что мы утратим свое наследие. Теперь, когда мы начали сближаться с Талдаримами и Чистильщиками, я понимаю, что это неизбежно. Традиции должны меняться вместе с нами. Когда-нибудь мы оставим путь тени так же, как и вы оставили в прошлом Кхалу и кастовую систему. Такова цена единства. Я тоже пришла к этому выводу. Тут все так и остается, пускай. Судьба даровала мне шанс по-настоящему узнать тебя, Арданис. Ты стал для меня другом не только из-за воспоминаний. Мы многое пережили вместе. Наш путь еще не окончен, друг Феникс. Если сегодня мы одержим победу, то нам предстоит построить новую цивилизацию. И для этого мне потребуется твоя помощь. Я бы хотел в этом поучаствовать, но я больше не хочу называться Фениксом. Неужели? Я избрал себе собственное имя. Отныне я Таландар. Таландар. Стойкий сердцем. Тебе подходит это имя. Да будет так. Все готово, Иерарх. Ключ Зелнага готов к использованию? Да, но боюсь, его эффект не будет долгим. Ключ — наш единственный шанс. Остается надеяться, что у нас хватит времени, чтобы переубедить тамплиеров. Как бы ни развивались события, даже если нас ждет гибель, мы умрем тамплиерами. Я благодарен тебе за это, за твою веру в меня. Для меня было великой честью служить тебе, Иерарх. Ну тут я тоже не вижу смысла что-то менять, что-то добавлять. И так все круто. Посмотрим, что за задание. Ключ готов, Иерарх. Мы ждем твоих указаний. Каракс, выйди на связь с нашим флотом. Я обращусь ко всем тамплиерам. Собратья, услышьте меня. У нас мало времени. Вы и те, кто сейчас томится в рабстве Амуна на поверхности Аюра. Все, что осталось от нашей расы.
нашей цивилизации. В былые времена мы были стражами мира в галактике. Но гордыня и распри одолели нас, не дав исполнить наш священный долг. Кхала, призванная нас объединить, только усилила нашу рознь. Надежда оказалась ложной. И сегодня мы должны отказаться от этой лжи. Оставить наши предубеждения и самонадеянность в прошлом. Теперь мы сражаемся, зная, что наш народ не обречен. Что протосы могут стать единым народом и смогут основать новую, великую цивилизацию. Доверьтесь друг другу в грядущей битве. Сражайтесь вместе. Победим мы в этой битве или проиграем, она оставит след в памяти Вселенной. Чтобы собрать сильную армию, нужно комбинировать разные типы войск, дополняющие друг друга. Но сначала нужно сделать все улучшения. Ключ на месте, Иерарх. Для полной зарядки ему понадобится время. Неразима готова, Артанис. Мы будем удерживать северный подход к храму. Мы с чистильщиками будем охранять южный проход. А я займу базу на передовой. Амун познает мою ярость из первых рук. Мои войска будут охранять ключ и обеспечивать вас подкреплением по мере возможности. Иерарх, пока нам угрожают только зерги. Но что если в дело вступит Золотая Армада? Отключение Псиматрицы лишь задержало их возвращение. Можешь не сомневаться, Амун обрушит на нас всю мощь Великого Флота. Но мы Делаамы, и наши сплоченные ряды не дрогнут. Энтаро Адун, Энтаро Тассадар, Энтаро Зератул! Артанис, твои вершители не смогут в одиночку удерживать подходы к храму. Будь готов отправиться к ним на помощь в любую минуту. Обнажите клинки искривления. Ни шагу назад. Сердце. Thank you.
Амун решил обложить нас со всех сторон. Покажись, темный, и встреться лицом к лицу с Алараком, владыкой Талдаримов. Приближаются к южному входу. Амун ищет уязвимые места в нашей обороне. Покажите ему, что их нет. Используют самые мощные корабли армады, чтобы разрушить ключ. С болью в сердце я вынужден приказать уничтожить их. Подверглась нападению.
Тавс, Золотая Армада атакует копье Адуна. Я буду помогать твоим войскам по мере сил, но корабль получает серьезный урон. Твой корабль. Ты так надеешься на него. И все напрасно. Амун посылает свои легионы к центральному проходу. Талдаримам нужна помощь. Один флот направляется к ключу. Отразите атаку. База союзников подверглась нападению. Собственная матрица не отвечает. Ты больше не сможешь призывать пилоны. Зараза. Обрушится еще одно войско. Крепитесь, и мы уничтожим их всех.
сердце тьмы. Оборона главного входа прорвана. Талдаримы пали. Вы должны немедленно укрепить их позиции. Братья, мне нужна ваша помощь в этой славной битве. База союзников подверглась нападению. База атакована. Способны. Враги осмеливаются нападать на нас. Что-то я не вкуриваю, а чё он мне не построил-то, блядь? База атакована. Враг увидит, на что мы способны. А, да он застрял. Ничего не завершено. База союзников подверглась нападению. Наш пилон атакован. Я здесь, среди тебя. База союзников подверглась нападению. База атакована. Враг познает нашу ярость. Зерги прорвали нашу оборону и атакуют Нексус. Где же твоя обещанная помощь, Ирах? База атакована. База союзников подверглась нападению. Я здесь, среди теней. Собираюсь умирать здесь, Артанис. Если ты даже не можешь меня защитить, с чего мне тебе помогать? Энергетическая матрица ключа наполовину заряжена. Держитесь, воины! Штурмовой блок поврежден. Система орбитальной бомбардировки отключена. Враги атакуют с двух сторон. Их силы многочисленны. Атаковано. База союзников подверглась нападению. Место спасения. Вас ждет пламя. Всепоглощающее. И освободительное. База атакована. Братья, мне нужно... Улучшение завершено. ...и славной битве. База атакована. Уже победили. База атакована. Иерарх, огромная флотилия кораблей Золотой Армады держит курс на ключ. Готовься к нападению. Завершено.
стану себе в этом отказывать. Я здесь, среди тебя.